Друзья, всем привет! С вами снова Серега. Сегодня у нас 20 мая, суббота. Два месяца назад на Яндекс.Дзене был розыгрыш вот этого незатейливого девайса, капельник, изготовленного, собственно, ручно мной. Вот, как я сказал, вещь незатейливая, простецкая, но желающих выиграть его было много, поэтому я решил его разыграть здесь. Разыграть его здесь, так как победитель до сих пор не отозвался. Прошло два месяца, я писал ему, писал. Человек молчит. Не знаю, что случилось, что произошло. Вот. Вещь пылится. Мне она не нужна. У меня есть капельники. Вот. А этот хотелось бы кому-нибудь подарить. Поэтому такой мини-розыгрыш, опять же, шуточный, да, ну, так как цена ему там 200 рублей, смешная, вот. Но, тем не менее, кому-то приятно будет получить его от меня. Могу даже автограф на чем-нибудь оставить. Так вот, ребят, розыгрыш простецкий, условия элементарные, нужно оставить комментарий, чей комментарий наберет больше лайков. Ну, я не знаю, может, там родственники, друзья ваши будут ваш комментарий лайкать. То есть, все просто. Чей комментарий больше лайков наберет, тот и забирает вот этот вот, как его, капельник. Вот, и еще такие два условия будут. Это быть обязательно моим подписчиком. И страничка в Ютубе должна быть открыта. Ну, чтобы я зашел, посмотрел, что да, действительно, человек на меня подписан. Вот и все. Все элементарно и просто. И вот эта вот чудо-вещица станет вашей. Не знаю, муж, конечно, захамят, скажут, возомнил о себе тут чего. Ну, я не знаю, ребят, будут желающие, будут, не будут, и бог с ним. Я думаю, что кому-то пригодится. Вот. Давайте розыгрыш проведем, ну, опять же, в прямом эфире, да, там, давайте в следующее воскресенье, это у нас будет сейчас 20-е, завтра 21-е, 28-е, да, наверное, будет воскресенье, в общем, в воскресенье, число, да, наверное, 28-е, проведем этот розыгрыш за неделю, я думаю, кто-нибудь там что-нибудь ваши комментарии налайкает, и все, определим победителя, и абсолютно бесплатно я его отправлю. Вот такая вот вещица. Видео по его изготовлению я оставлю ссылку на это видео. И да, кстати, вышло видео, меня уже достали, про электронику дистиллер. Сегодня оно вышло уже на Дзене, завтра будет на Ютубе. Кто хочет, ждите, кто не хочет ждать, смотрите на Дзене. Ссылку тоже оставлю под видео. Вот. Прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч. С вами был Серега. Пока.